В воскресенье в Люксембурге состоятся внеочередные парламентские выборы. Поводом для их проведения послужила отставка премьер-министра Жан-Клода Юнкера в июле этого года. Глава правительства принял это решение на фоне скандала, связанного с незаконным прослушиванием местных политиков службой внешней разведки страны и предоставлением ею платных услуг по сбору информации для частных лиц. Деятельность разведслужбы курирует премьер-министр, говорит Филипп Пуарье, профессор политических наук в Университете Люксембурга. Обычно в других западных демократических странах премьер-министр потерял бы свою популярность, но не в этом случае. По данным последнего опроса общественного мнения, опубликованного 3 недели назад, 65% жителей Люксембурга до сих пор поддерживают Жан-Клода Юнкера. Последние внеочередные выборы проводились в Люксембурге в 1969 году. Бывший глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер занимал кресло премьер-министра Люксембурга 18 лет и возглавляет Христианско-социальную народную партию.